Ребят, всем привет! Меня зовут Алена, и я нахожусь прямо сейчас на Манхэттене. Это Централ Парк, и здесь сегодня проходит открытая тренировка Нью-Йорк Рейнджерс. Кстати, я уже договорилась поболтать с главным героем и любимчиком команды Артемием Панариным. Вы только посмотрите, как здесь круто. Погода невероятная, кофе, булочки дают. Еще и хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс прямо перед вашим носом катаются такие, разминаются. Реально очень крутые активитис для болельщиков делают в НХЛ. В КХЛ у нас все-таки не хватает этого пока что. Вот у нас Панарин Артемий расписывается, самый добрый брэдмен, расписывается болельщикам, никому никогда не отказывает, фотографируется. Просто чудо. Смотри, помнишь, я тебя перед сезоном спрашивала, что все-таки, ну, эта команда молодая, она строится, и, возможно, тяжеловато будет там в плей-офф выйти и кубок выиграть. Скажи, вот эта серия игр, она была не очень удачная, ты не было такой мысли, что, блин, все-таки, может, зря я сюда перешел? Или... Ну, ноль раз такая мысль возникла, поэтому... То есть не думал, да, об этом? Все нормально в этом плане. А, еще ничего, на самом деле, сезон длинный, мы сейчас начали выигрывать в конце, ну, вот, поэтому есть надежда все равно, и понятно, что команда молодая, но делаем все возможное, поэтому знал, куда шел, я не хочу сказать, что шел проигрывать, но... Ну, команда молодая, все понятно, но я думаю, все нормально будет, у нас каждая игра все лучше и лучше. В Коламбусе ты был главной звездой, и у тебя, ну, был недостаток топ-партнеров. Здесь, скажи, все-таки ощущение есть, что шансов забивать самому благодаря кому-то стало больше? Вот. Здесь? Да. Забивать самому стало больше? Ну, то, что тебе, да, дают пас, и ты забиваешь, типа, такого же не было в Коламбусе, все-таки ты там больше. Ну, бывало, как бы так уж, не будем Коламбус тоже сейчас уже чернять. Ну, здесь больше креативности, здесь, конечно, да, намного? В какой степени, я не знаю, как обойти этот вопрос, так ответить грамотно, чтобы не обиделись. Ну, скажи, вот Кравцов Виталий, тоже наш в Челябинской области, он уехал, сейчас вернулся обратно в трактор. Ты что-то ему советовал, может остаться в ВХЛ поиграть, или все-таки сказал ему еще рано тебе? Да, мы так много не удавалось пообщаться нам, на самом деле его сразу же спустили, и поэтому так мы так созванивались, просто спрашивал, какие он... думает, но он тоже сам ничего не знал, там быстро достаточно получилось, все, раз уехал, поэтому смотри, сам принимал решение. Он одну вещь сказал такую, что в принципе он мог бы тебя попросить, ну, чтобы ты помог ему место в составе занять, но он не стал этого делать, потому что он говорит, Артемий по-любому бы начал просить за меня. Скажи, у тебя такое влияние реально есть в команде? Да, нет, он не повлияет. Ну, скромничаешь, наверное, да, опять? Есть тренер. Ну, хорошо. Смотри, Джон Тартарелло, он известен, что он не церемонится особо с игроками. Как здесь отношения, вот Дэвид Квин, как он с вами? Да, ну, больше мы с ним разговариваем, общаемся. И отношения какие-то к тренеру игрока есть хорошие, поэтому мне все нравится. Угу. Вы с Бучневичем начинали играть, он разбил ваше звено, вот это. Почему так получилось? Вроде неплохо получалось. Ну, мы, да, в какой-то пару игр, может, сыграли... не очень, но мы еще все проигрывали, поэтому там какие-то изменения должны были пойти, поэтому изменения поступили и все, нас разбили. Ну, повлияло это, да, на результат? На результат, но тут на самом деле мы и после там не особо выигрывали, но сейчас прошло время, я уж тут со всеми, в принципе, поиграл в команде, поэтому так, не только нас поменяли, тут всех меняют. Кто самый крутой партнер? Да, сложно сказать, все хорошие. Все крутые, все, да? Мне все нравятся. Алиса начала снимать влоги, я вот видела, с Ярушиным они это делают. Скажи, вот она показывала процесс покупки нового дома, в итоге что-то выбрали, купили? Да, купили дом, поэтому наконец-то моя мечта свершилась. Теперь у нас круто, дом. Поздравляю. Есть гараж, правда еще холодный, я его хочу утеплить. Вы уже там живете или еще? Я купил инструменты уже. О, боже. Чемодан, целый сундук. Ну, думаю, что не открою его ни разу. Алиса научила открывать самое главное. Вы еще там живете? Вы же там, то есть, или еще в даунтаун? Мы там уже, да. Мы, ну, я особо нетерпеливый, поэтому там только матрас появился, мы уже остались сразу. Там пустой дом был, я еще страшно немножко был. Как вообще Нью-Йорк тебе по сравнению с Питером там? Ну, я же не сравниваю с Коркиным, с Челябинском и так далее. Как тебе? Он не слишком такой crowded? И... Да нет, так, в принципе, все нормально. Тут есть районы спокойные, и если тебе надо тусовку, ты там поехал
тусовочные районы, но нам особо с Лизой, мы уже с бабкой, с дедом, даже в рестораны особо не ходим здесь, и там готовлюсь к играм. Ходите, да? Но редко, очень так вот, ребята, привет, Бобровский приезжал, вчера мы кушали, поэтому... Так, я Алиса дома, а я по ресторанам. Сергей, мне подкалываете друг друга, что он сейчас даже выше в турнирной таблице и так далее? Да нет, он так. Он же любит пошутить. Ну да, да. Да нет, на самом деле. Сезон длинный, и сейчас еще непонятно. Прошло не так много игр. Слушай, ты говорил, что ездишь на метро иногда в Нью-Йорке на метро. Скажи нас, в Питере ты очень спускался в метро, в Москве? Я спускался, да, и в Москве там вообще много раз. Я когда жил в Чехове, там когда первая зарплата. Вообще, не первые пару лет на зарплату по 9 тысяч рублей, когда была, ты сразу же трешку на ботинки себе откладывал. Я ехал там на электричке, сколько мне, 45, наверное, до Царицына. Царицына там на метро на этом. Потом ходил весь этот охотный ряд или там, что там что было? Европейский, да, торговый центр. Европейском лакшери. Круги, я там круги наворачивал, цена-качество сравнивал, покупал и назад без денег. Ехал там без беляшей, еще по морозу стоял на морозе. Да, надо валить нам. Да, все, давай, последние вопросы. Вот скажи, ты видел интервью Малкина, которое он высказался о тебе, и вообще, что ты об этом думаешь? Летом с удовольствием выскажусь о нем. Вы... Не о нем, а о ситуации. Вы, то есть, не общались после этого еще, да? Не, ну мы не разговаривали. А Савечкин... Есть свое мнение. А с Овечкиным у вас была игра, как-то вы поговорили, может, так и не обсудили? Не увиделись. На ужин тоже, да, не ходили? Нет. Так, ну и вот последний вопрос. Ты понимаешь, что вот после твоего интервью, вот этого летнего, сейчас все стали высказываться о политике и так далее, а ты чувствуешь, что это именно ты совершил этот прорыв? И как бы... А что начали? Да сейчас все высказываются. Пусть начали или нет? Все начали, знаешь, говорить там, что... Недовольство высказывают? Ну это хорошо, я очень рад этому. Я просто сейчас отключился от интернета, я новости не читаю, поэтому если ты так говоришь, я прям рад за это и надеюсь, что все будут говорить. И вот последний вопрос про агента твоего. Говорят, что это он повлиял на твои как бы конкретно вот эти политические взгляды. Ну скажи всем, что это бред уже наконец. И... Да, я даже им говорить ничего не буду этим людям. Вот все. И все. Спасибо большое, Тём. Вот все. Очень спасибо, круто. Всем спасибо. Привет. Ну, это просто максимально мило. Самый приличный человек, который, конечно же, рыжий. Nice to meet you. Nice to meet you. Кстати, а вот этого парня называют The King of New York, король Нью-Йорка. Это Хенрик Лунквист, вратарь. Тоже со всеми фотографируется, общается. Просто добрейшая душа. В общем, впечатление от открытой тренировки рейнджеров у меня сложилось более чем приятное. Каждая минута просто была настолько милой и позитивной. Спасибо рейнджерам и NHL. Всем пока!